Температура есть? Ну, небольшая, 37. Слабость? Ну, конечно, вот уже час на ногах, хочется прилечь обратно. Прием у врача по вайберу. Ольга с утра обзванивает пациентов, которые наблюдаются в ГКБ номер 8. Главная ее специальность – психология, поэтому эмоциональному настрою медик уделяет особое внимание. Паника и отрицательные эмоции, они ослабляют наш иммунитет. Согласно теории, мозг координирует работу иммунитета, поэтому если настроение больного хорошее, то организм только помогает вылечиться. Команда дают подкорковые зоны, да? Команда иммунитета, она регулируется зонами мозга. Поэтому очень важно. А если человек в панике, да, в каком-то там в негативном, в нехорошем состоянии, в эмоциональном потрясении, естественно, подкорковые зоны туда ресурсы направляют. В ближайшие дни в ГКБ номер 8 и нескольких других больницах начнут работать онлайн-врачи. За день они будут проводить несколько десятков приемов по телефону. В этой работе будут задействованы специалисты, которые сейчас отделение не функционирует в связи с новой коронавирусной инфекцией. Это отделение медицинское профилактики, это физиотерапевтические отделения, это специалисты, которые имеют возраст старше 65 лет. Записаться на онлайн-консультацию несложно. Для этого надо быть только зарегистрированным на госуслугах. Есть одно условие. Первый прием у терапевта все-таки придется провести в реальности. Остальное можно и по видеосвязи. Дмитрий Бочко, Павел Востротин, 31 канал.